Коли ж нам чекати перемоги і що чекає нас на 9 травня? Вибачте, що не в тему, але зараз є реальністю. Дякую за вашу працю невтомну. Все это было мной предсказано уже в моем вебинаре, который я опубликовал в начале военной операции, то бишь войны. Там я сказал о том, что Украина победит, но это произойдет аж в феврале. И это произойдет с использованием определенного оружия или операции, которая будет называться, как-то там я сказал, я просто уже не помню. Со своей стороны сейчас хочу сказать, что особенного ничего не будет происходить на 9 мая. Я думаю, что есть вариант такой, один из вариантов, это отмена самой операции, как ни странно. Почему? Дело в том, что отмена операции позволит оставить все на своих местах, так как есть. И после этого, второе, это Украине, которая захочет отбирать или которая захочет защищать свои территории, ее можно обвинить в наступлении и так далее. То есть полностью меняется риторика самой войны, которая называется военная операция в России. На самом деле это война большой страны, которая напала на маленькую страну. То есть вот такая страна пытается съесть вот такую, но у нее ничего не получится. Не будет дальше по поводу ядерной войны. Не будет никогда ядерной войны, она ни в каком виде не проявляется. По поводу чего-либо в дальнейшем вы вопросы здесь будете задавать, я на них буду отвечать. Восстановится ли жизнь, она будет затяжной, эта война, долгой будет эта война, перейдет на сторону победы Украины, это будет такой вот путь, завершится это все заключением договоров.